О, про женщин. Было страшное место, оно всю жизнь оставалось. Вот Кабул, зеленка, потом пришла к Чехвардак. Вокруг зеленка, развалины какие-то. Никогда нельзя был спокойно проходить ни колонн, ни разведгруппе. Всегда обстрелили, всегда какие-то потери были. Мой командир, когда эту песню слышал, она написана была в 80-м году, все пытался расстрелять магнитофон. Из стечки, да. Через день все промахивался, только там песня уцелела. Если бы сволочи знали, мы же пришли позднее, а он под декабристом. Какой ценой Чехвардак это достался, вы бы таких дурацких песен не пели, развеселые. Но я сейчас пою. Это вторая песня, которая написана. Она, кстати, не про женщин написана, там про женщин участвует, она всем подробно. Называется песня «Не гладай шурави». Как у нас уедет Чехвардак, среди женщин Чехвардак, из Кабула к нам пришел отряд под названием «Кодом каскад». Каскадеров я пошла смотреть и стояла, скрывшись за мечей. Вдруг гляжу, идет ко мне один, синие глаза и молодой блондин. Как взглянула я на шурави, так в душе запели соловьи, а забыла стыд и шред. Говорю, пойдем за мной, солдат, и пусть ты не обрезанный кефир, только для тебя устрою мир. Спать с собою рядом положу и сниму не только паранжу. Лай-л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 ай. Спать с собою рядом положу и сниму не только паранжу. Но глядит, да, мушаверный советник, но глядит печально шурави. Ты меня, красотка, не зови, наш начальник, грозный мушавер, заставляет спать нас в БДР. Какая гадость! Глупый, неразумный шурави, ты минуты радости лови. Знаю я, в горах сидит душман, против русских точек врага. Лай-л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 ай
бросит ветрогран. Журавли смеется и пугает всех душманов. Мы отправим в рай на земле афганской будет мир. Вот тогда и устроим мир. Пролетели дни как листопад, и ушел собой отряд каскад. Я жду коронок любви, нежные синие глаза и шарви. Лай-л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 ай. А я жду, сгораю от любви, но где ж ты, синие глаза и шарви?